У себя в соцсетях телеведущая Дана Борисова рассказала о происшествии с 13-летней дочерью. Скандально известная телеведущая рассказала, что в школьном туалете дочь-подросток нанесла себе порезы. Инцидент произошел во время первого урока. После происшествия девочку увезли в клинику психического здоровья, рассказала Дана Борисова. Кстати, телеведущая уверена, что дочь в очередной раз порезалась. Причем это не суицид, а просто самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд среди молодежи, заявила Дана Борисова. МК передает, что Дана Борисова уверена, дочь себя так наказывает, и это не трудный возраст, а лишь увлечение, о котором она узнала из соцсетей. Одной из первых на пост Даны Борисовой отреагировала телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» уточнила, правильно ли она поняла, 13-летняя дочь Даны Борисовой порезала себя в туалете школы, а мать рассказала в соцсетях и наложила на видео фильтры и смайлики.